ходу деятельности, скажем так, уже у меня началась профессиональная деятельность, уже на будущем на втором курсе я уже вел несколько проектов, очень дорогих проектов, некоторые, которые превышали и 2 миллиона долларов, и 4 миллиона долларов, так что на протяжении их было много. Я бывало даже не успевал вовремя сдавать зачеты по причине катастрофически малого времени. Своих студентов, которых я в данный момент преподаю, выпустил уже 2 курса, и вот сейчас вот ребята на третьем, я стараюсь объяснить практику, с помощью которой они могут с этими знаниями идти прямо и работать, то есть зарабатывать деньги. Непосредственно цель будущего специалиста – это что? Профессионально работать, да, как минимум, хотя бы. Ну и устроиться на работу. Так что этим опытом, в общем-то, и хотелось с вами поделиться. Мой проект называется «Школа концепт-дизайна». Так, сокращенно CDS. Она существует в социальном сфере ВКонтакте. Пробить по Гуглу можно очень просто, набрав вот эти слова. Проект существует совсем недавно, буквально, если не собрать, 9 месяцев. И 1 ноября я уже запускаю проект как школу. То есть набираю студентов, учащихся в эту школу. Это пространство, это не будет не помещение, а скорее всего, так оно и будет, пространство интернета. То есть школа приходит к вам домой. Из пункта А в пункт Б. Каким образом? Посредством интернета. Что такое концепт-дизайн вообще в принципе? Что-то хотя бы примерно знаете? Ну, школа это понятно, да? С этим разобрались. Учимся в заведениях. Концепт. Слово концепт это вообще идея в переводе с латинского. То есть нечто. Даже вот мой сын рисует маленькие что-то. Кораблики, но он рассказывает об этом, что это такое. То есть и передача вот этого идеи, которую он донес, и рассказывает о ней, то есть повествуя, в принципе, это называется концептом. То есть любую идею можно быстро, буквально, это быстрый рисунок, который можно быстро изобразить и передать другому. И рассказав о нем какой-то рассказ. То есть получается действие. Описание. Вот это называется концептом. Что такое дизайн? Дизайн это следствие того, что выходит из этого концепта выходит в проект. То есть эта проектная часть, она составляет вот такую документацию, то есть которая выражается как следствие. То есть не просто так это все делается, а какое-то что? Все, что нас окружает, да? Во что мы одеваемся, во что мы строим. Ну, то есть безграничное количество и возможностей применения. То есть сейчас, если бы был бы интернет, который бы дал бы больше картинок, возможность посмотреть это все и посмотреть эту контент школы концепт-дизайна и там предоставляемые возможности, я бы об этом побольше бы рассказал. Но походу, если можно все сделать, упростить, я буду сейчас походу все упрощать.